Братская нам Абхазия отмечает один из важных государственных праздников – День независимости республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил президента Абхазии Аслана Бжания и жителей со значимой датой. Солнечная республика прошла непростой путь к суверенитету. Несмотря на все тяготы, выпавшие на долю отважного абхазского народа, республика не просто отстояла свое право развиваться как самостоятельное независимое государство, но и стала еще современнее, крепче и сильнее. Сегодня Абхазия продолжает динамично идти по пути развития и укрепления своей государственности, создает новую историю, строит будущее, полное благополучие и процветание. Продолжает укреплять свои традиции и обычаи. Карачаево-Черкесию и Абхазию связывают прочные узы дружбы и уважения, который мы всегда бережно хранили и храним и передаем из поколения в поколение. Поздравляю президента Абхазии Аслана Бжания и весь братский народ республики с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на благо родной республики, говорится в поздравлении.